должника на исполнении находится с 2013 года задолженность в пользу пенсионного фонда в размере 90 тысяч рублей. Задолженность по административным штрафам 26 административных штрафов на общую сумму 15 600 рублей. Также задолженность по налогам в размере 5 тысяч рублей. То есть общая сумма задолженности составляет 115 тысяч рублей. В связи с этим, так как задолженность не погашается должником, мер никаких не предпринимает, автотранспортное средство будет эвакуировано.